Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Посмотрите, это наша первая остановка, и мы в городе Ростов-на-Дону, а точнее сказать, в Ростовской области, город Шахты. А это наш очень близкий друг. Его зовут Сергей, у него канал Серега Копатель Скопа. Мы приехали к нему в гости, и он любезно показал нам достопримечательности своего края. Посмотрите, какая замечательная смотровая площадка. Какой вид, какие красоты. Алекса такое видит впервые. Ей очень нравится. И, конечно же, не обошлось без угощения от местных жителей. Алексе сначала предложили орешки. Но что-то орешки Алексу не заинтересовали. Вы только посмотрите, какая красота! Горы, вид, свежий воздух. Все, что необходимо для маленькой обезьянки. Ну и, конечно же, угощение в виде винограда, который она очень любит. Ну что, Алекса, как тебе местный виноградик, выращенный в экологически чистых условиях? По-моему, она в восторге. Ой, какая же вкусняшка! Маленькие обезьянки очень любят разные фрукты и очень любят баловаться. А вот и еще угощение из винограда. Местные жители оказались очень добрыми и ласковыми. Алексе им понравилось, а они понравились Алексе. А вот еще одна интересная площадка. Здесь, кстати, друзья мои, собирается большое количество туристов и очень часто фотографируются. Ну, конечно же, мы тоже не упустили такой момент и сделали много интересных и забавных фотографий. Вы представьте себе, сколько впечатлений у маленькой озорной обезьянки от такого путешествия. Она еще ни разу в своей жизни не выезжала настолько далеко. И снова угощение. Посмотрите, как добрая женщина рассказывает что-то Алексе. А Алекса внимательно слушает и ест. А вот и еще один наш друг. Друзья, знакомьтесь, кто не знает. Это Игорь Гладников, канал Красавчик ТВ. У Игоря замечательный канал о домашних питомцах, а точнее сказать, об очень милых и пушистых котиках. Коте Кузе и Чувачке. Заходите обязательно посмотреть, ссылочка будет в описании. Кстати, Алекса чувствует хороших людей, и Игорь ей понравился. Они подружились буквально сразу.
Ну и, конечно же, не обошлось без дружественных фотографий. Вы только посмотрите, как забралась наша маленькая, веселая и пушистая обезьянка Алекса. Это еще одна смотровая площадка в виде башни. Вид отсюда превосходный. Мы нисколько не пожалели о том, что приехали в Ростовскую область к нашим друзьям, хотя наш путь лежит дальше. Мы едем в Геленджик. Алекса еще ни разу не видела море. Я надеюсь, оно ей понравится. Алекса забралась очень высоко и не хочет спускаться вниз. А вот и еще один пушистик. Посмотрите, какая замечательная собачка. Я думаю, это еще, в принципе, очень молодой песик, даже щеночек, потому что он оказался очень игривым и дружелюбным. Но Алекса отнеслась к нему с огромной осторожностью. Друзья, я надеюсь, вам понравилось наше путешествие. Это еще не конец. Впереди ждет очень много интересного. Но я хотела бы сказать, что мы вас очень любим. И мы рады, что вам интересна жизнь наших домашних питомцев. Спасибо вам огромное за доброту и отзывчивость. А вот еще одно интересное место. Мы заехали в кафе к друзьям. Алексе там, кстати, очень понравилось. Было море интересных, классных впечатлений, позитива и хорошего настроения, а также классных фоток. Так что, друзья мои, спасибо большое, что вы смотрите нас. Ставите лайки. Те, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно же, продолжение следует. Пока-пока. Мы вас очень любим. Добра и счастья вам и вашим близким.